Стэнли был человек молодой, хоть все думали, что он пожилой. Но истина в том, что он был бодрячком, просто немного странным. Человек по имени Стэнли, его кто-то считал проблемным. Ну а истина в том, что он был молодцом, ну просто немного странным. Его возбуждали кнопки, он кликал по ним, как по ноткам, весь день напролет, пока все не нажмет, то к жене не уйдет домой. Да-да-да-да, то к жене не уйдет домой. И мозг его был поврежден. В комнате отдыха любил бывать он. Бывало, зайдет и стоит, раскрыв рот, пока не погасят свет. Да, мозг его был поврежден. В комнате отдыха любил бывать он. Бывало, зайдет, постоит и уйдет. И больше его не видели. Вот так он попал в нашу сказку. Живет в ней он, как по указке. Заходите к нему, поиграйте в игру, и вы тоже станете странным. Да-да-да-да-да-да, и вы тоже станете странным.